Несмотря ни на что, мы очень хотели приехать сюда. И хорошо проводим время. Страна прекрасная. Мы не жалеем, что прилетели. Турция – одна из самых посещаемых стран. Ее исторические и культурные достопримечательности привлекают путешественников со всего мира. Недавнее землетрясение разрушило Юго-Восток. Турция столкнулась с серьезными испытаниями, но тем не менее стремится сохранить туризм – одну из главных и прибыльных отраслей. Сектор действительно обеспечивает серьезную долю ВВП, причем показатель растет из года в год. Так, в 2022 году число гостей в Турции превысило 51 миллион, что на 70 с лишним процентов больше, чем годом раньше. Доход от турсектора принес тогда казне 46 миллиардов долларов, это на 53% больше, чем в 2021 году, и на 19% выше зафиксированного до пандемии рекорда в 39 миллиардов. После землетрясения многие задались вопросом, насколько безопасно ездить в Турцию. Территория страны огромна, без малого 800 тысяч квадратных километров. Основные туристические адреса и курорты остались вне пострадавшей от землетрясения зоны. Например, Стамбул. Город расположен в 1000 километров от эпицентра, на берегу пролива Босфор, и здесь не сбавили темпа приема гостей. В прошлом году в Стамбуле побывали 16 миллионов человек. Примечательно, что многие из купивших билеты в Турцию до землетрясения решили не отказываться от поездки. Да, поначалу я немного сомневалась, но теперь, когда ситуация под контролем, мы сказали себе, это же в 1000 километров. Мы верили, что здесь ничего не случится. Это безопасная страна. Сюда очень хочется возвращаться. Нам очень понравилось. Мы здесь около суток. Пока все очень нравится. Фантастика. Люди прекрасные, дружелюбные. Турции меньше всего нужно, чтобы гости перестали приезжать, особенно сейчас. Путешествовать по Турции за пределами пострадавших от землетрясения районов безопасно. Крупные авиакомпании, международные аэропорты работают в обычном режиме, подтверждают специалисты. Отмены рейсов не было, люди продолжают улетать. Важно помнить, землетрясение произошло в 1000 километров от туристических локаций. И у нас нет спада в бронировании. Каждый день сотни клиентов покупают у нас поездки в Турцию. Их очень важно продолжать. В этом году туризм, как ожидается, достигнет уровня предшествовавшего пандемии. Страна полна решимости и дальше поддерживать интенсивный ритм приема гостей.